Надо было идти уже. Даже не знаю, как мне теперь разбираться. Let's see what lies this way. Я говорю, не знаю. Восемь, девять, 18:40. Придется так сделать. Пускай будет большой клок. Но при этом лучше уж так. Yes. С нырями, в общем, этого костра делать здесь бесполезно вообще. Сколько там вообще до строительства осталось? 23 часа? Ну, ничего страшного. Нету. Ну, факелов еще, да? The keep's coming along nicely. Да. Все стало намного лучше смотреться. Седьмой, первый, пятый, седьмой. Допустим, убрать из отряда, взять в отряд, принять. Ему нужно было прокачать кое-что. Атлетика. Ментальная волна, скрытая атака, следующий уровень, знания, ментальные лезвия, фантомные враги, следующий уровень, механика. Метка искателя. Раз, два, три, раз, два, три. Отклонение души, тайные страхи. Четыре? Четыре. Кукловод. Сияние калитмы. Сильное сосредоточение. Готово.
Так, и теперь... I trust all is well. Please. Так, замок. Watch your back. Убрать из отряда и... Взять, допустим... Этот мне больше не нравится почему-то. Скорбящую мать можно взять. Смотреть. Хотя подождите. I will wait in the place of your strength. Мне нужна не скорбящая мать, мне нужен он. Почему? Потому что... Рюкзак. Я ему давал тут. Это хорошего качества. Вот это хорошего качества. Вот так. Мне нужно отсюда взять... Оружие. Ему дать. Вот так вот. У него, по-моему, был аркебуз. Аркебуз и дадим. Пускай пользуется. Кольца все возвращаем. Дам ему единственное, что это шлем какой-нибудь и нагородник. А это все сюда. Так, посмотрим, что у нас тут. Так, кольцо. Еще одно кольцо. Сапоги. Наручи. Так вот, посмотрим. Наручи, ловкость плюс 2, а это восприятие плюс 1. А у меня тут восприятие плюс 3, понятно. Аура скрытности. Отклонение плюс 9. Скрытие. А вот эта штука нужна другому будет персонажу. Хотя выносливость 147, о да, конечно, большая разница. Лучше дам Раламу, наверное. Хотя нет, мне нужно. Восприятие, отклонение. Давайте возьмем вот это сюда. Стойкость, реакция, воля. Вот так сделаем. Больше отклонения. И мои кольца пойдут. И ловкость пойдет. И вот это. В общем, немножко одели. Так, дальше. Перс. Так, сюда заходим. Safe travels. Убрать из отряда. Взять в отряд. Принять. Хм. Интересно. Прожать зрительный центр врага. Так. Угу. Фантомные враги. Фантомная воля. Ловут. Нет, мне не нравится. Мне это не нравится.
Our paths shall part. Так, давайте... А, работорговцем занимается, понятно. Ну, ладно. Да, взять его обратно. Так, сколько мне еще там дней осталось? Ну, 18 часов, я смотрю, да? А тут 2 дня. Можем 2 раза поспать. 18. Нет, 8, 8, 16. Придется 3 раза спать. Но мы можем 1 раз поспать. Потом напасть. Вот так вот. А, да. Да. По-моему, их стало больше. А, так, что мне нужно? Мне нужно вот это. А, нет. Of course. What is it? Так, крепость. 3 из 8. Клерик. Штурмовик. Скальд и смотритель. И давайте, почему бы нет. Еще раз посвим. И еще раз посвим. Отлично, башни завершены. Safe travels. Отряда взять в отряд. Принять. Так, смотрим. Библиотеку можно построить. Где уже есть. Так. Торговая лавка.
оружейня, лавка редкости, мастерская, капелла. Вот так. Что у нас тут? Фонтан. Лаборатория. Ну, давайте. Очаг построим. Сейчас по мелочи что-нибудь сделаем. Что у него там? Выживание? Так. Давайте выживание мы вкачаем. Нет, знания, пожалуй. До семерочки я подумал. Дальше. Что тут у нас есть? Дикий ожог. Заворожение незнакомца. Ну почему бы нет? Отлично. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание и всем пока. Пока-пока.